Полностью с вами согласна, дорогая Мирандалина Васильевна. Этот Антуан Сергеевич, он весьма лобилен. Он мечется прям как дитя малое. От экзистенции Сартра и Киркегора до кубофутуризма Гийома Аполлинера. Я даже не знаю, вот, как трактовать такое поведение. Для меня это загадка. Здоровенько, слушай, говорю, ты не в курсах, где Виталька Банан живет? Че ты мямлишь, а? Радикулит мозг переехал или что? Не поняла. Хорош трындеть, ты не поняла. Я говорю, обрисуй дорогу, где Виталька-то живет. А вот сейчас поняла. Слышишь, роковая ошибка папы Карла. Дигидрохлорид натрия, катализированный сульфат аммония. Закрой свой супохлебатель, фильтруй свои выхлопы. Внял, просохнул и отвял. Че-че? Рюкзачок через плечо. Иди отсюда, пока тебе вестибулярку не расшатали. А, ну я понял, на связи. Алло, Виталий, ну все, сейчас я подберу тебя. Ага. Ой, что вы, дорогая Мирандалина Васильевна, это, естественно, я не вам. Это просто пришлось одному пионеру правильный маршрут по жизни указать. Да просто хам и грубиян. Да просто он не знал, что людей, которые пережили 90-е, ничем не удивить и не испугать.